В 2019 году в экологический кодекс Казахстана были внесены изменения, согласно которым в стране был введен раздельный сбор мусора. Во дворах стали появляться евроконтейнеры, а мусоропроводы в жилых домах полностью ликвидированы. На сегодняшний день на территории города Екибастуз установлено 1336 евроконтейнеров под твердобытовые отходы. Из них 539 оцинкованных, 597 пластиковых баков. Уменьшился риск пожаров в жилом секторе, такие как пожары в помещениях для сбора мусора. В основном от пожаров страдали первые этажи. Это происходило возгорание мусора, сухой травы, складированных каких-то бумажных изделий в помещениях. И после чего по неосторожности населения допускалось бросание окурков или иного какого-то источника зажигания. Тем самым происходило возгорание, после чего возгорание переходило на деревянные двери к помещению для сбора мусора, и после чего переходило уже на пластиковые деревянные оконные рамы первых, вторых этажов, что способствовало большому вреду населению, также отравлению угарным газом, нанесению материального ущерба, как травмирование, а также получение ожогов. С появлением евроконтейнеров появилась другая проблема. В баки попадают непотушенные сигареты и легко воспламеняющиеся жидкости. Именно такая халатность становится причиной уничтожения евроконтейнеров. Из них 26 контейнеров уничтожены по причине неосторожного обращения населения с огнем. Хотелось бы призвать население города о том, что данные контейнера пластиковые установлены для того, чтобы только складировать твердобытовые отходы, а не бросать туда какие-то источники зажигания, сигареты, спички. В частных секторах допускают тлеющую золу, опилкой какие-то пропускать. Тем не менее, уже на сегодня в управлении ЧС зарегистрировано более 20 выездов возгорания пластиковых контейнеров, что наносится крупный материальный ущерб городу Екибастуза, впоследствии чего приходится местным исполнительным органам заново закупать данную пластиковую контейнер и устанавливать для удобства, опять же, населения на данных площадках. Хотели бы призвать население: соблюдайте правила пожарной безопасности, выбрасывайте источники зажигания, то есть это спички, зажигалки, сигареты, золу, любой источник зажигания выбрасывайте в потушенном виде. То есть после убеждения того, как не принесет вред, вы тогда только можете складировать. И в случае возникновения подобных фактов, убедительная просьба не сразу производить съемки на сотовый телефон, а сразу сообщать службу 101.